Горы снега и льда. Теперь их будут вывозить сразу. В Думе приняли изменения в правила благоустройства. Теперь убранный снег и лед следует немедленно вывозить на специальные снегосвалки. Цитата. Уборке снега посвящены сразу несколько пунктов правил благоустройства территории города. Согласно документу, крыши зданий, строений, домов должны очищаться от снега и сосулек немедленно. Вывести убранный снег нужно сразу же. Изменения, они, конечно, все направлены на то, чтобы нашим горожанам в городе было более комфортно, более уютно, более безопасно и красиво, чтобы они наслаждались своим городом и теми условиями, которые созданы и создаются ежедневно. Чтобы горожане ежедневно наслаждались обликом города, прописаны даже мелочи. Так, например, правила предусматривают единообразие внешнего вида контейнерных площадок. Так вот эти соответствуют установленной норме. Одинаковыми станут и адресные указатели на домах. Единая цветовая палитра, металл с покрытием, отражающим свет, и одинаковые размеры. Так подпишут все здания. Мы в этих правилах уже прописываем даже требования к праздничному оформлению города, требования к подсветке наших фасадов жилых зданий, не только жилых в городе Губкинском, и там площадки для выгула животных. То, о чем мы вот раньше говорили, сегодня прописано законодательно в этом положении, касается и строительства, и сроков, например, окончания земляных работ. Поэтому много, на самом деле, интересного, и просто здесь такое суждение, что теперь правила эти нужно соблюдать. Соблюдать, пожалуй, самое сложное. Новые правила должны решить и старые вопросы. Готовимся к лету, зимой. Вопрос с незаконной парковкой на газонах тоже решен. В правилах благоустройства определили, что такое газон. Он должен быть обязательно огражден бордюром или металлическим забором. В противном случае водитель, припарковавший свой автомобиль на неогражденном участке, ничего не нарушает. Следили за изменениями. Зинаида Исаева, Денис Гимп. Новости Губкинского.